News. Фирма Tutti Records совсем недавно выпустила радиосингл группы «Боги», которая родом из Ривды, но Екатеринбург уже знакома по некоторым концертам. Сан Саныч Пантыкин просит Богом достаточно светлое будущее. С чего бы это, поинтересовались мы у Сан Саныча. Эти ребята давно уже известны. Они выступали на фестивалях 95-97 годах в рок-центре «Сфинкс», и не только. Вот. Мы друг друга мы знаем давно. Ну вот, наконец, случилась такая ситуация, когда появилась возможность поработать на моей студии, и ребята изыскали такую возможность, и сейчас мы можем, в общем-то, подытожить некий первый этап работы совместной, когда записано 4 песни, из которых как бы составлен специальный сингл. Это промо-сингл, который сейчас распространяется на радиостанциях. И мы надеемся, что песни, которые там записаны, будут звучать. Но в дальнейшем, естественно, планируется запись полноценного компакт-диска и компакт-кассеты. Вот, а группа «Боги», ну, я не знаю, кто же не знает группу «Боги», ребята? Ну, это же только убогий может не знать группу «Боги». Мы обитаем в Ривде, потому как там живем, так сказать, основной состав. Ну, за исключением Олега, он первоуралец, он к нам приезжий. Вот, а так-то в Ривде, то есть в Екатеринбурге мы... Чисто с концертами, так, с заездами бываем. Ну и вот студия. А знает ли вас Ривда? Ривда знает. Да, ну знаете, провинция, она всегда была чревата тем, что новому там пробиться трудно. У нас была уже серия концертов, до записи мы выступали, вот о чем Сан Саныч говорил. То есть действительно, видимо, мы занимаем ту самую нишу, вот, которую группы бывают или танцевальные, то есть под которые молодежь рубится, или там послушать, то есть посидеть и послушать. А мы именно такую, что-то среднее получаем. То есть нас и слушают, и прыгают. То есть, допустим, в «Сфинксе» это вообще ярко видно. То есть у сцены стоят те, кто, открыв рот, смотрят натурально там вот так. А сзади там такие скачки, танцы вовсю. Поп-группа с панк-танцевальными песнями. Да-да-да. Вот. Это, кстати, вообще вот это в точку. Вот, поп-группа с панк-танцевальными песнями. Потому что там и панк-рок, и народные мелодии у нас в одной из песен гармонь солирует. Это, то есть, вообще дает сразу окраску. Ну и необходимые танцевальные ритмы, то, что любит молодежь, под что двигаться, вот.